Итак, друзья, всем привет, с вами Алка-сенсей. Мы находимся в китайском ресторанчике в центре Тбилиси, район Ваке. Я решил забабахать обзор на водку, которая меня очень сильно заинтересовала. Китайская водка, ребята, вот поближе покажу вам. Перелопатил сейчас интернет, не могу найти именно про эту водку описание. Что это такое, с чем его едят? Чем она мне понравилась? Я уже пил ее накануне, буквально несколько дней назад мы здесь были. 56 градусов крепость, но пьется очень мягко. И знаете что, мои дорогие, у этой водки очень интересный аромат и привкус, которые прям конкретно отличаются от классических водок европейских, которые мы привыкли пить. Прям российская водка, французская водка, исландская водка, американская водка, ничего общего. Реально, здесь есть какой-то свой аромат. Я прочитал состав этой, давайте выпьем по первой. У меня здесь ламан, супчик китайский. У нашей любимой алкаледи том-ям. Здесь вместо хлеба у нас рис. Вот, чтобы не сгорели. Очень острое, сказали. Ну давайте. Первую рюмочку. Оп. Чтобы кони гроба не боялись. 56 градусов, ребята. Пьется очень мягко. Угу. Стоимость одного шота 50 грамм, 10 лари. Это примерно около 3 евро. Где там чуть больше? 3,5 евро. 350 рублей. Ну, не дешево. Но водка очень интересная. Давайте по составу. Я смог перевести состав. Сейчас я еще раз щелкну. Так. В составе. Сейчас, подождите, мои дорогие. Короче, я просто, я помню наизусть, но я хочу еще раз более точно. Состав: вода, сорго, кукуруза, ячмень и почему-то мука. Вода, сорго, кукуруза, ячмень, мука. Это удивительно. Давайте допьем эту рюмочку. Чин-чин, мои дорогие. Но я скажу вам так, мои дорогие любители алкоголя и особенно любители водки. Вот я поближе еще раз покажу. Если когда-нибудь встретите, обязательно возьмите. Это вообще ни на что не похоже. И это интересно. Это очень интересно. Я не знаю, сколько такая бутылка стоит в магазине, но могу предположить, что если здесь накрутка в два раза, например, вот так вот теоретически, то 750 миллилитров, 100 грамм, это 20 лари, 1000, что-то дофига получается, 140 лари, 140 лари примерно за бутылку уходит. Если мы разделим на 3, получим цену 50 евро, 5000 рублей где-то, 5000 рублей она стоит в ресторане. 50 евро. Значит, в магазине будет порядка 20-25 евро за бутылку. Недешево. Недешево. Но опять же, объем 0,7-0,75. Давайте выпьем еще по одной, мои дорогие. Супчик мне нравится. Не такой уж он и острый. А что же скажет алкалиди? Очень острый. Нет, если я наклонюсь, то у меня голова будет в кадре. Нет, не будет в кадре. Поэтому я подожду. Так, друзья мои, давайте выпьем
за наш дружный коллектив, за вас, мои любимые, дорогие подписчики. Не знаю, вот такой формат пробовал, мы уже пробовали делать обзоры из разных ресторанов. Делали из краснодарского ресторана, делали из армянского ресторана, вот сейчас из грузинского ресторана китайской кухни. Мне пишите, понравился формат или нет. Мы выпьем еще по одной, 56 градусов, будем аккуратны, ребята. Будем внимательны и осторожны. Что-то алкалите, по-моему, не нравится. Или нравится? Что скажешь? Что скажете, дорогая? Ладно. Вообще, мне нравится супчик. Дорогие мои, пробуйте, всегда пробуйте сами, делайте свои собственные выводы. Да, конечно, нужно смотреть обзоры, чтобы было какое-то общее представление, но на самом деле именно вы формируете для себя представление о том или ином напитке. Полагайтесь прежде всего на свои собственные рецепторы. Водку я успел прочитать, немножко информации. В Китае делают не совсем так, как делают в Европе. Туда при брожении добавляют еще какой-то порошок. И он придает определенный тоже аромат. Вот сейчас я дегустирую аромат. Спиртуозности практически нет. Но здесь отчетливо чувствуется рис. Реально чувствуется рис. Хотя риса в составе нет, как я уже читал. Кукуруза, крахмал, сорго и мука. Кстати, мука неизвестна какая. И зачем она там? Не знаю. Не крахмал, а рожь. А? Не крахмал, а рожь. Нет, кукуруза, ячмень, сорго, да, и вода. При сбраживании добавляется еще какой-то порошок дзяо. Вот он придает какую-то дополнительный нюанс всему этому делу. Я специально попросил бутылку, нам налили уже в рюмочке, вот, потому что мы всю бутылку не сможем выпить с Мариночкой. Вот. Бутылка как бы, мы договорились, я ее не открываю, и пьем из рюмочек. Уже все, как бы они нам принесли налитое. Я не знаю, здесь очень неплохо, на мой вкус. Довольно любопытный супчик. До этого мы ели здесь лапшичку с говядиной накануне. И, в общем-то, мне все понравилось. Давайте я с вами заключительную выпью, Мариночку, на дозу, но мы ей потом нальем еще. Ребятки, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я постараюсь сделать еще более интересный контент. Пишите свои пожелания, пишите темы алконаучпопа, темы рубрики про эмиграцию. Я все читаю, и все самое интересное у меня в голове откладывается, я выписываю потом делаю на эту тему ролики. Давайте, мои дорогие, спасибо вам, спасибо за просмотр. Водка очень мягкая и очень интересная на вкус. Я же с вами прощаюсь, крепко жму руку, надеюсь, до новых роликов. Ваш Алко-сенсей.